пожилые жуки-могильщики оказались более заботливыми отцами, чем их молодые конкуренты. Они уделяют больше внимания ухаживанию за самками и их яйцами. Могильщики обычно живут в семейных парах, вместе ищут падаль и закапывают ее для своих личинок. В отличие от других насекомых, жуки не бросают потомство, а совместно ухаживают за ним. Ученые решили выяснить, как самцы в этих семейных парах будут реагировать на появление запаха конкурента. Эксперимент провели в небольших клетках, где жили жуки. В отличие от самок, самцы не могут быть на 100% уверены в своем отцовстве, и поэтому запах другого жука может заставить их покинуть кладку, отказываясь от заботы о личинках. Оказалось, что отцовские качества жуков зависели исключительно от их возраста. Пожилые жуки редко покидали своих спутниц и будущих отпрысков, тогда как молодые могильщики делали это довольно часто. Кроме того, насекомые в возрасте больше ухаживали за личинками, чем их молодые конкуренты. Спасибо всем за просмотр ролика до конца. Надеюсь, вам понравилось видео.